Всем добрый день! Сегодня будем шить, плести вот такую интересную корзину из старых джинсов. Еще одна прекрасная идея для утилизации старой ненужной джинсы. Пришла подружка, посмотрела и назвала эту корзинку прямо шедевром. Ну, сама бы я не осмелилась так сказать, но корзиночка правда интересная. Смотрите видео дальше. Кроме джинсы, у меня темные и светлые джинсы. Нам еще понадобится вот такое вот ведерко пластиковое. Именно вот по этим размерам у нас будет корзинка. И мы будем это ведерко, эту корзиночку пластиковую как бы обплетать. Донышко я уже выкроила. Просто вот наложила, прибавила на шовчик сантиметрик. Донышко готово. Ну, будет неплохо, если еще вовнутрь добавить джинсовый слой. И все это можно отстрочить по кругу, квадратиком, как вам нравится. Так, из темной джинсы у меня будут вертикальные полоски. Выкраиваю при помощи линейки. Чуть-чуть прибавляю в ширине. И будут получаться полоски шириной в крое 4 сантиметра. Thank you.
Вот так выглядит теперь наша корзина. Значит, темных полосок у нас 24 штуки по 31 сантиметру. И исключение составила вот такая полосочка, состоящая из трех. Это для того, чтобы было нечетное количество вот этих вот полосок. Итого темных полосок у нас получилось около 8 метров. Может быть, в других корзинах и по-другому надо. Но вот я делала когда-то корзину. И вот смотрите, как у меня получилось. Здесь было четное количество прутиков. Да, вот это как прутики у нас, можно сказать. 44. И вот видите, как получилось. Они уже были приклеены, поэтому я не стала их отрывать. Ну, сделала вот так. Так. Светлые полоски я взяла 4 метра. Думаю, что нам хватит. Тяжеленьким придавливаю. И буду переплетать. Джинсовая полоска длинная, поэтому, чтобы каждый раз не выдергивать ее, я решила делать вот так. А потом уже буду выдергивать, когда вот хотя бы сантиметров 30-40. И так продолжаем в круговую. Подтягиваем голубенькую полосочку и все продолжаем.
Корзинка наша полностью готова. Вот такая интересная корзиночка получилась. Сейчас немножко расскажу подробнее. Значит, вот этих полосок светлых было 4 метра. У меня не хватило 4 метров. Я прибавила еще около 2 метров. На вот эти косички пошло примерно 4,5 метра таких полосочек. И вот эти темные вертикальные, я говорила нечетное количество, сказала 24. Я потом добавила одну полосочку, получилось 25 полосочек. Вот такая корзинка интересная. Я всем довольна. Подарю ее своей внучечке. Будет она складывать туда свои игрушки. Ну, а вы можете такую корзину сделать просто для рукоделия. Складывать туда всякую мелочевочку. На сегодня все. До свидания. Всего вам доброго. Буду ждать ваши комментарии.